Друзья, всем привет! Это обзор квартиры, которая находится у нас по адресу улица Дальневосточная, 29/1, ЖК «Родные берега». Вот так хорошо. Квартира у нас студия с видовыми отличнейшими характеристиками. Вот нам, к сожалению, только вечером удалось попасть сюда, но, наверное, даже это и к лучшему. Вот, обратите внимание, какой у нас тут захватывающий панорамный вид во все окна. Тут вот так дын-дын-дын-дын-дын, замечательно. Вот это тоже все открывается, и у вас такой замечательный вид. Вот, это вид у нас на вечерний город. Здесь машин ездит очень мало, вот эта дорога крайне неоживленная. Ну и за счет этого, как бы, здесь прям немножечко как будто уже не в городе, и ты отдыхаешь, ну, действительно, когда приезжаешь сюда. Вот, по району инфраструктуре, как вы поняли, наверное, уже если вы приезжаете, то это у нас это Академический мост. Здесь рядом его находится развилка, то есть очень быстро добраться до любой точки города, потому что все, в принципе, в шаговой доступности. Прямо во дворе в соседнем доме у нас находится супермаркет «Слада», кофейни, доставка «Wildberries». То есть такой район достаточно автономный, можно здесь прямо жить и уже отсюда и не выезжать, в принципе, даже в центр. Вот, благо сейчас все доставки и прочее работают. А по самой квартире... А, и здесь еще, кстати, есть подземный паркинг, но о его, так сказать, доступности лучше уточнять, конечно же, по месту. Вот, так, давайте посмотрим, куда у нас окна выходят. С этой стороны это выходит во двор. Давайте вот так вам покажу. Вот, по квартире, квартира у нас студия, это у нас диван очень хорошего качества, он подходит для основного, так сказать, места сна, раскладывается, как вы понимаете, очень просторный, большой, мягкий и удобный, и помимо этого здесь еще есть вот такая выделенная спальная зона, очень необычное решение, но очень классное на самом деле за счет этого. Здесь можно, кстати, полностью блокауты завешивать, и никаких проблем у вас не будет, что тут солнце стоит, если вы любите побольше поспать и так далее, никаких проблем. Пожалуйста, спите, можно приоткрывать, будет очень, очень свежо и так далее. Но здесь очень тепло, потому что квартира вообще сама по себе очень теплая. Прямо вот за вот этим диваном, сейчас покажу, здоровая батарея находится. Плюс здесь у нас электрические полы. Вот, далее, давайте я вам тут покажу. Вот она, батарея, чтобы вы не думали, что тут может быть холодно, потому что там есть как раз следы от демонтажа батареи. Ее убрали, потому что она оказалась не нужна. Вот, по... В квартире еще, здесь есть вот из таких приятных бонусов, это, забыл, как называется, кондиционер, потому что сторона на самом деле солнечная, в течение дня солнце плюс-минус, в зависимости от времени года, но идет вот так вот, и как бы все время здесь, и, кстати, закат как раз с той стороны, поэтому здесь достаточно жарко может быть. Вот, давайте я вам покажу санузел. Санузел у нас вот таким вот образом выполнен. Да, душевая система у нас тут от Гроя. Ну и вся сантехника, включая гигиенический душ, тут тоже от Гроя. Вот здесь у нас находится раковина со смесителем. Все в рабочем состоянии, все работает, все замечательно. Вот, ну и давайте покажу вам коридор. Это у нас здесь вот находится вот такой шкаф. С виду он небольшой, но за счет того, что он угловой, он достаточно глубокий. То есть туда много вещей у вас войдет. Вот, и еще здесь такая система вешал. Вот так вот. Будем рады вам эту квартиру вживую показать и заселить в нее именно вас. Спасибо.